Здарова, бойцы, меня зовут Жек, и сегодня на карте Акула Молот DLC Funnel Stand мы покатаемся на танке. Так что одевай шлем танкиста и вперед! За бортом минус 30. Пролетает еле заметный снежок. Хорошо, что я в танке, про себя подумал я. Тепло, уютно. Сука, твою мать! Тепло, уютно. Ну и он нахер эти танки! Ладно, поехали. Побежаю до точки Д. Вдали я заметил летающую коровку. Делаем выстрел. И вуаля! Буренка наша. Удачный выстрел. Покрутившись минуту в центре, я все-таки решился заехать на точку Д. Я замечаю пыхающий над землей танк. Выстрел. Больше он не пыхает. Удачно. Подъезжая до точки F, я увидел, как сломя голову, на снегоходе летит на меня какой-то камикадзе. В последний момент он решил свернуть. Но уже было поздно. Бедняжка. Спускаясь ниже, я вдали заметил какое-то движение. Проверочка огнем. Мимо. Далее поднимаемся на точку Д. Нам показывается задок БТРочки. Куда же ты, братюнь? Пару снарядов задок не хочешь? Вот держи первый. О, ты нас заметил. Он отстреливается. Выпускает ракету. Бах! Бетрушечка отходит, вечный покой. Взглянул на горбатую гору, я заметил непонятную активность, решил проверить. Подъезжая, заметил двух голубков на горбатой горе. Пидорасимся. Опа! Один голубок отъехал, очередь за вторым. Ну, держи снаряд. И еще. Стой, 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 куда же ты? И второй готов. Выезжая на замерзлое озеро, я увидел пыхающий танчик и БТРочку. Как хорошо, что он косоглазый. Я делаю выстрел. Он решил убрать. Но уже было поздно. Покидает свой транспорт. Но у меня есть подарок для тебя. Мой большой пулемет. Отъехал Мириной. Так, возвращаемся назад. Ну где там летающий пыхарь? О, привет. Бах. Еще бабах. Для тебя мой пулемет тоже припасен.